Всем привет, с вами Санёк. Сегодня у нас будет попробуй не подпевать челлендж на песню Ивангая Лимоны. И в прошлом ролике я сказал, что я буду передавать рандомному человеку привет. Надо нам просто сейчас скопировать ссылочку и зайти в YouTube Indomizer. Подождите, я туда зайду и покажу, кто же победит, и передам ему привет. Все, я оставил ссылочку, теперь мы нажимаем «Мне повезет», и кто же победит? Побеждает консоль, и как раз же он написал «Передай мне привет». Передаю тебе привет, консоль, и давайте, в общем, снимать видосик. Не знаю, надеюсь, вы будете слышать саму музыку, но я ее включаю. Повторяю за ним, может, никто не запрещал. Больше холодец и харчо. Очень хочу я, конечно, добывать много везде, но не придам я лимоны, за них я готов похудеть. В этой теме я хотел бы затронуть сейчас замечательный продукт — подсолнечное масло. Я его употребляю, чтобы попа не погасла. Ну еще на заднем плане появился манкумал, тоже член лимонов наших, хоть по росту как-то мал. Летал в Москву недавно, там я увиделся с гайцами, все было хорошо, но нифига себе, много нас лимонов пришло, мадафака, йоу! Что я сейчас делаю? Меня, мои лимоны. Смотрите на меня, мои лимоны. Лимон, 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 лимон. Люблю свои любимые лимоны. Люблю любить любимые лимоны. Я пытался креативить, но какашенька вообще не советуют смотреть малышам лица. Извиняюсь тысячу раз за уругвайский мой акцент. Говорю так с детства, но если постараться, говорю я как отец. Твой отец. Смотрите на меня, мои лимоны. Кстати, почему мне поздно достался? Я, ладно, потом скажу. Блин, ну чё ты так подвисает одна? Ну всё. Всё, видосик закончился. Сейчас я хочу вам сказать. Под этим роликом тоже пишите комментарии, и может именно вам я тоже передам привет. Ну, а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и все ссылочки, короче, в описании.